На сцене Татьяна Рус, Великобритания, США. Татьяна Рус родилась в Лондоне, начала играть на скрипке, когда ей было 3 года, и уже в 10 лет сыграла концерт Мендельсона с оркестром Сингапурской консерватории. Училась в школе Иегуди Минухина в Англии, в университете музыки и театрального искусства в Австрии, а сегодня Татьяна студентка консерватории Новой Англии в Бостоне, где получает президентскую стипендию. Татьяна – лауреат международных конкурсов имени Андреа Пастакини в Италии и в Тамбридж-Уэллс в Великобритании. Таня много и успешно выступает в разных странах мира, как сама, так и с сестрой Джульеттой. Никола Паганини, концерт номер 1, первая часть. Thank you.
Татьяна Русский, оркестр Одесского театра оперы и балета. Браво! Браво! Honored to be here because, you know, as you know, it's my mother's birthplace, and my grandmother, my grandfather, and our great grandfather also studied and taught in Stalyarsky school. And it's very special for me because of the history, you know, and I get to see where I'm from, I get to see my roots, and that is like no other experience for me.